Ивентов так много в любимой столице. Чекин все покажет в деталях и лицах. Всем привет! Это рубрика «Чекин» и меня зовут Дима Глухов. Мы поехали на Московскую ночь музеев. И у нас есть несколько важных целей. Узнать, читают ли люди и знают ли они Рэя Брэдбери. Также мы выявим чемпиона по скорочтению и сожжем с ним второй том «Мертвых душ», который мы вытащили прямо из огня. Поехали! Вы эту книгу знаете? 451 градус по Фаренгейту. Прекрасно. Вы читали эту книгу? Конечно. Я ее сожгу. Нет. Вы когда-нибудь книги жгли? Книги жег. Правда? Правда. Таблицы Брадиса, учебник по физике, за ветхостью. Прям сжигали книгу? Да, прям сжег. И прям она горела и... Именно так. Но она была... А вы ее делали? Я был сугубо серьезен. Кстати, вы очень похожи на Гоголя. Вот она, книга, второй том «Мертвые души». Не догорел. Недогоревший. Мы его сожжем сегодня, дожжем, с тем, у кого самый высокий уровень скорочтения. Со слова «шорох». Шорох, кар, движение рук, дрожание век. Стоп! Раз, два, три, четыре, пять. 100, 101, 102, 103, 182. Какой кошмар. Я буду тренироваться. Брандмейстер должен знать намного больше. И больше читать. А ты, кстати, Майкл, знаешь, что Рэй Брэдбери жил в очень бедной семье. И когда он закончил школу, у него был выпускной, он взял старый дядин костюм, дяди Лестера, которого убили грабители на улице. Мать зашила дырочки от пуль, отстирала от крови, он надел и пошел на выпускной. Как вам Рэй Брэдбери и 451 градус по Фаренгейту? Отличное произведение, я его читал. Глядя на страницы этой книги, я ощутил, как слова проходят сквозь меня. Фильм, экранизацию этой книги можно найти в медиатеке уже прямо сейчас. Как думаете, какой фильм получился? Я думаю, интересная экранизация, потому что именно этого романа, экранизаций новых на протяжении, наверное, лет 10 не было хороших. Вообще жанр такой мне очень нравится. Там ориентировано прежде всего на зрелищность. Готовы? Поджигай, Монтек! Поджигай! Знаете, такая музыка. Парарарам! Да-д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 а
прям вот прямо сейчас. Номер страницы. Я отвернусь, что по-честному. Какой номер? 935. Старик признался, что был отставным профессором, преподавателем английского языка, которого вышвырнули на улицу 40 лет назад. Идем в английский музей, в котором мы шли. Точно. Ах, мы с помощью идеально. Книги вам просто будущее идеально. Определили. Да, все, супер, все как супер, мы любим. Супер. Сейчас мы устраиваем с тобой битву. Кто из нас... О, иди к нам, красавица. Так, кто из нас с вами, нюхая страницы, получит больше удовольствия, тот победит. Хочешь я подержать? Давай. Хорошо. Я думаю, что этот победитель точно. А вы знаете, что у Рэя Брэдбери была бедная семья, поэтому не было денег, чтобы можно было учиться в университете, в колледже. Были деньги только на библиотеку. Он туда ходил много-много лет и в 27 лет сказал, что я закончил не колледж и университет, я закончил библиотеку. Он прочел все эти книги? Он выучил больше 13 тысяч книг. Возвращайтесь, не ходите туда, там не так интересно. Как жалко, что вы тоже уходите. Встречаются такие девушки, с кем можно поговорить про Рэя Брэдбери, и они уходят в музей Булгакова. Обожаю музей Булгакова. Смотри, тут написано, называется книга «451 градус по Фаренгейту». Думаешь, о чем книга? Температура, горение... Чего? Книги. Да! Ты красавец, ты знаешь, молодец! Но он, автор, Рэй Брэдбери, перепутал немножко, и там не Фаренгейт, а Цельсии должны быть. По Фаренгейту вообще 800 градусов. Скажите, что внутри дома? То, что горит при 451. Скажи, пожалуйста, ты хотела бы сегодня вместе со мной сжечь второй том «Мертвых душ» Гоголя? Серьезно? Да, мы его из костра достали, из огня.
и можем сжечь. Ну, вообще, я за любую движуху, поэтому да. Да, отлично. Но для этого тебе потребуется сейчас взять и победить в скорочтении. Прочти нам сказку на ночь. Так, приготовься, Уля, сегодня твой день. 3, 2, 1, поехали. Весь долгий день напролет. Давай, давай, давай. Дальше. Сэр, следующая страница. Мы не можем сказать, в какой точно момент зарождается дружба, когда капля за каплей наполняется сосуд, а в конце всегда бывает капля. Стоп, 205, 206. 207 слов! Это победительница сегодня! 1 267 069 слов. Зажигалку. Зажигалку. Все, давайте, давай. Давай, давай, жги, жги, жги. О, вот такая на ночь музеев. Мы узнали, что люди читают. Что они знают Рэя Брэдбери. Читали, читали книгу? Конечно. 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 И что у нас есть классная скоро читательница. Уля, ты молодец. И самое главное, смотрите, 451 градус по Фаренгейту в Амедиатеке.